Всем привет! Мы решили записать небольшое видео с моей помощницей Гаей. Вот она. Делаем. Мы с ней решили пройтись чуть-чуть и записать, пока не жарко. И записать небольшое видео. Она сама, видишь? И записать небольшое видео про то, где мы сейчас живем, как это все тут выглядит на время, когда да, я вижу, когда все цветет. Вот. И мы пойдем вдоль райончика, обойдем наш кампус. Это вот все наш кампус, он состоит из вот таких домиков двухэтажных. В каждом таком отсеке две квартиры, и рядом еще две квартиры. Только аккуратно, потому что разные насекомые могут быть в цветочке. Хорошо? Вот у Гаи тоже наушник, чтобы ее было хорошо слышно, когда она будет рассказывать. Здесь есть желтые и как это похоже на колючки. Похоже на колючки? Вот здесь оранжевые, очень много жуки. Да, ты знаешь, что я вчера как раз прочитала вот про эти вот оранжевые и красные цветочки, что жуки их боятся, комары их боятся, поэтому там, где они растут, нет комаров.